В описании под видео есть Facebook уроки, то есть что делать, когда Facebook заблокирован, как зарегистрироваться и так далее, тому прочее. Ссылка в описании. Приветствую всех, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, так вы оцените мой труд. Я очень вас прошу. Родители, извините, уважаемые родители, если я поздоровался, уважаемые родители, если вы хотите узнать про Facebook больше и боитесь за своего ребенка как-то, тогда заходим на свой аккаунт, заходим на три, нажимаем сюда, на три точку, посмотрите вот это, посмотри настройка конфиденциальности и... заходим в самом внизу поиск ресурсов для родителей, чтобы безопасно, так, вот это и читаем. Да, быть родителем порой бывает непросто. Мы знаем, что у папы и мамы много вопросов о Facebook. У вас или вашей есть личный аккаунт в Facebook? На нашем портале вы найдете ссылку. Советы так можно совет специалистов. Знакомство с Фейсбуком можно прочесть, советы для родителей, советы специалистов есть. Кстати, советы специалистов тоже интересны. Там так, ну здесь был специалистов, что-то кое-кто рекомендовал. Россия, Россия. Советы для родителей. А, да, вот это. Вот родители, психологи рекомендуют, как пользоваться Фейсбуком.